Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Очень люблю вот такой цвет растений. Это эпипремнум неон. Он такой цвета салата. Светлый-светлый оттенок зелени, такой похож вот на салат. Как-то очень ассоциируется у меня с весной, с свежестью, с чем-то вот таким. Еще у меня есть такого цвета филодендрон Малай Голд, ну или Голдилок, это все одно и то же. Голдилок, Малай Голд, такие длинненькие листики, продолговатые, и тоже такой вот оттенок свежий, светлый. Когда на солнышке стоят, они посветлей становятся, прям желтоватым каким-то таким отливом. Очень такой свежесалатовый цвет. И прям светится как будто изнутри желтоватый этот отлив. Но это зимой на лампе стояли. Немножко потемнее, но все равно. Все равно. И вот недавнее мое приобретение в эту компанию. Это филодендрон Lemon Lime Scandens. Лазящий. Вот такой красавчик. Небольшой пока черенок. Так вот, укоренили. И в рост пошел вот этот вот молодые листки. Надеюсь, что-нибудь видно. Такие вот листики сердечком у него. Они очень, конечно, похожи с эпипремнумом. Ой, где у меня эпипремнум? Вот. С неоном. Здесь тоже похожи листики на сердечки. Но филодендрон, когда растет, у него вот такие вот есть прилистники. Как-то их называют катафоты, что ли, я все забываю. Вот прежде чем листик развернет, он выпускает вот такую вот чешуйку, как прицветник. И из него уже разворачивается лист. Форма вот такая же сердечко. Ну, похожие они по оттенку. Вот здесь нет никаких этих прилистников. Вот просто он сам по себе растет, без всяких прилистников. У меня длинная выросла такая плеть, я ее расчеренковала. И вот в один горшочек посадила много-много черенков, что просто попышней. Вот видите, тут прям обрезки. Ну, вот в рост уже пошли. Насажала, чтобы пышненький у меня разросся. Нравится мне свежая-свежая зелень. Нежнейшая. Очень нежный цвет. Против света снимаю. Наверное, может, и не видно. Но очень приятный такой освежающий оттенок. Такой вот филодендрончик. Тоже, можно сказать, его этот вид, он называется плющевидный, плющеподобный, лазящий еще. Это все как бы название синонимы. Ну, вид вот, вот этот вот хедера там чего-то, то есть плющевидный. И оксикардиум еще, ну, то есть острое сердечко формы листа. Это тоже все правильное название. И оксикардион, и сканденс, то есть лазящий. Вот. Это все про него. Иногда его продают под названием неон. Ну, что тоже, в общем-то, я считаю, не является ошибкой какой-то. Ну, лайм или лемон лайм. Такие у него могут быть названия. Нижняя тена такая вот. Новинка у меня. Не так давно я его прикупила. Ну, пусть растет. Этот. Эй, неустойчиво стоит. Тоже такой вот прям нежнейший. Голди Лок или Малай Голд. Такие вот у него название. Ну, в общем, вот пополнение такое у меня небольшое для моей коллекции таких вот свежевесенних растений.
нравится мне. И неприхотливо растут, почему их как бы очень многие любят, что не реагируют, в общем-то, ни на что, ни на сухой воздух. Нет, ну, конечно, все они любят и повышенную влажность, и опрыскивание. Ну, кто бы им обеспечивал это все? Уж точно не я. Но любят, любят купаться, освежаться. Ну, ничего, и с батареями хорошо растут. Ни на что, собственно говоря, не жалуются. Ну, такие вот, в общем-то, дела, мои новости. На этом пока все. Пока-пока.